Мужик торопится на работу, выходит из дома на крыльцо и видит там улитку. Он ее поднимает и бросает через крышу на задний двор. Улитка падает прямо на камень, бац, раковина вдребезги, голая улитка на траве. Лежит она, кончается, но не помирает. Проходит время, и она уже оклималась, и вот однажды начинает двигаться к парадному входу, и где-то примерно через год улитка оказывается в том же месте. Тут опять выходит человек по пути на работу. Видит улитку. Смотрит на нее. И говорит: ну задолбала в натуре.